Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госавтоинспекция не советует отправляться в дальнюю дорогу в жару. Речь идет о водителях, у которых есть возможность отложить поездку. При высокой температуре воздуха усталость наступает гораздо быстрее. Можно уснуть, даже если кажется, что спать совсем не хочется. В машине необходимо иметь достаточный запас питьевой воды. Периодически следует останавливаться и умываться прохладной водой. Оставлять в машине детей и животных нельзя. Трасса 101. Российские мотоциклисты массово жалуются на невозможность приобретения ОСАГО. Большинство байкеров не могут сделать это ни онлайн, ни в офисах страховых компаний, сообщает Автомейл. Между тем, отказ в оформлении автогражданки является нарушением законодательства. Официальная позиция страховщиков по данному поводу неизвестна. В негласных беседах агенты якобы говорят, что страховать мотоциклы им крайне невыгодно. Трасса 101. Почти 40% поучаствовавших в опросе российских автомобилистов тянут до последнего и не едут в автосервис исправлять очевидные проблемы. Кроме того, по данным «Известий», каждый третий респондент не торопится покупать новые шины. Примерно столько же закрывают глаза на проблемы по кузову, так как они на скорость не влияют. Четверть автовладельцев перешли или собираются перейти на более дешевые запчасти. Трасса 101. В 2030 году в России может вступить в силу закон, обязывающий автопроизводителей выпускать определенный процент электромобилей, а также машин, работающих на сжиженном природном газе и даже на водороде. Государство собирается поддерживать данное направление. Как именно, пока не сообщается. При этом ставка будет сделана на отечественные технологии. Например, это относится к производству литий-ионных аккумуляторов. Трасса 101. А компания Tesla запатентовала систему, которая не дает автомобилю тронуться с места, пока водитель и пассажиры не пристегнутся ремнями безопасности. Вот так просто и кардинально. У системы была, кстати, предыдущая версия, которую многие обманывали. Они просто вставляли язычки ремней в замки, и электронику это устраивало. Теперь такой номер не пройдет. Сиденья и ремни оснастили специальными датчиками. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.